Деревни и села Белгородской области. Какие они? Самобытные и современные. Они хранят историю и стремительно развиваются. Здесь особенные люди и свой неповторимый уклад и порядок. Сельский порядок. Село Никаноровка Губкинского округа – благодатная земля с богатыми урожаями, где трудятся заслуженные работники сельского хозяйства. А отдыхают они на живописных прудах. Село, которое в регионе считается одним из самых спортивных, у каждого второго местного жителя здесь есть значок ГТО. Какая она, Никаноровка, смотрите в программе «Сельский порядок» на канале «Мир Белогорья» в среду в 15:20, 16:20, 19:00 и 20:30.